вами снова Александр, и это анонс 19-го тура 4-й лиги ХФЛ. Первый матч, точнее, я не знаю, какой первый матч, какой второй матч, я буду только вам говорить, кто с кем играет, а время вы уже узнаете завтра, надеюсь, или сегодня вечером, потому что самого расписания тура еще нету. Так вот, Свобода будет играть с Black Wolves. Первый матч Black Wolves выиграл Свободы со счетом 3-2, и думаю, Свобода в любом случае, учитывая их турнирное положение, и то, что они проиграли в первом туре, пытаться взять реванш и не отстать от лидирующей группы. Следующий матч — Олимпик Атлетик, а также захватывающий должен быть матч, учитывая то, что Атлетика сейчас явно не в форме. В первых трех играх после межсезонья они теряли очки регулярно. Матчи против Black Wolves, матчи против Астролучья. Проиграли, точнее нет, сыграли ничью с Юнайтедом, то есть из трех матчей три ничьи, ничего команда не смогла сделать буквально. Посмотрим, что смогут сделать они в матче с Олимпиком. После этого матч Астролучья — Восход, битва, так сказать, за подвал турнирной таблицы между двумя командами, которые претендуют на то, чтобы вылететь, я бы сказал, потому что, учитывая то, как набирает очки Юпитер, то вполне можно сказать, что Юпитер не вылетит в этой лиге. Далее команда Форца будет принимать команду Интер Киев U17, и для обеих этих команд это игра, можно сказать, не имеет никакого контекста, учитывая их турнирное положение, просто разборки в середине турнирной таблицы, я бы так сказал. Юнайтед, ну, думаю, может не приезжать на игру с Инсайдом, так как Инсайд вряд ли приедет на нее, и учитывая тенденцию посещаемости этих игр. Гладиатор сыграет с Йети 2. Посмотрим, как с Йети смогут приехать на поединок в 3 часа дня, так как в тот раз мы приезжали на их время, в этот раз ребята приедут на наше время. И я сказал, что Форца будет играть с Интер Киевом. На самом деле Форца играть будет не с Интер Киевом, а с Юпитером, потому что вместо Раков зашел Юпитер, а вот команда Доброс встретится именно с командой Интер Киев U17, и хорошая эта проверка на прочность будет для такой команды, как Интер Киев, потому что Доброс все-таки лидирует и настроены не терять очки в ближайших турах для того, чтобы обеспечить себе чемпионство. Это был анонс 19-го тура. Играйте в футбол. Всего хорошего.